Участие в фестивале принимали профессиональные самодеятельные авторы-исполнители. Людмила Катукова 6 лет назад переехала в Анапу из Красноярска. Под ее авторством напечатано 6 книг. 7 апреля писательница отметит 40-летие творческой деятельности. Единственная участница конкурса – автор-исполнитель, которая пела акапельно. Песню «Город земли родной» на выступление выбрала не случайно. Я подумала, насколько актуальна эта песня сейчас. А вначале было стихотворение «Доколе». Тоже у меня, я знала о том, что погибают русские солдаты. И вот в этой связке я обычно так и выступаю. Поэтому два полыхающих костра любви зла, они вдохновили. Я думаю, вот эту песню надо сегодня на патриотическом конкурсе донести. Участие в конкурсе принимали анапские авторы. Фестиваль посвящен Году культуры, в рамках которого на курорте пройдет еще 5 конкурсов и фестивалей. Первый из них уже стартовал. Жюри оценивало художественную самодеятельность, профессиональный уровень, аранжировку, наличие военно-патриотической тематики, исполнительское мастерство участников. На курорте конкурс прошел в 12-й раз. И проходит в рамках Анапской музыкальной весны. Существует такой региональный фестиваль, который на протяжении нескольких лет уже радует нас выявлением новых талантов на территории муниципального образования. Жюри определило лучших в 2 номинациях – автор текста и музыки. Все участники конкурса получили дипломы, а главные призы победителям и лауреатам вручат на гала-концерте 1 мая. Анастасия Никитина, Алексей Мухортов, Анапа, регион.